Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости. Игерлер, ортодослар. Сегодня мы рады приветствовать всех присутствующих здесь на знаменательном и уникальном для нашего города событии. Открытие прямого рейса Нижнекамск-Далама. Это событие, несомненно, укрепляет уже сложившуюся долгую и крепкую дружбу между нашими странами. В 2017 году был подписан трехсторонний договор о дальнейшем сотрудничестве и о прямых вылетах Далама-Бегишево и туристической компании «Алекс-Тур». Это грандиозное событие удивительным образом объединяет жителей города и республики разных поколений, профессий, интересов. Нижнекамск смотрит в будущее. Уверенный, он будет развиваться и дальше. Продолжая вносить значимый вклад в жизнь Республики Татарстан и Российской Федерации. На российской земле расположены тысячи больших и малых городов и сел, где каждый из них по-своему уникален. На территории Республики Татарстан находится город, имя которого вызывает теплые, светлые чувства и дает понять, что в нем живут самые добрые, ответственные и трудолюбивые люди. Это наш родной город Нижнекамск. Слово главе Нижнекамского муниципального района, мэру города Нижнекамск, Мэтшину Айдару Раисовичу. Харликан, хроматле Тубан Камаллар, хроматле Пташляр. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости, отдыхающие. Я от всей души хотел бы всех нас поздравить с этим замечательным событием. Оно действительно замечательное. И открытие первого прямого перелета Бегишево-Даламан является вот таким достойным, хорошим шагом в реализации
проекта, совместного проекта с Турецкой Республикой, безусловно, станет началом той большой взаимной работы, которая будет способствовать в том числе и хорошему, комфортному отдыху для наших жителей. Я по-хорошему завидую.